Друзья, всем привет! Сегодня со мной Марк и Матвей с канала Forward to Rise. Я их пригласил не просто так. Дело в том, что я совсем немного заболел. Это слышно по моему охрипшему голосу. Сегодня я покажу вам тренировку для грудных мышц и сделаем небольшое ФП, направленное именно на грудные. В этом мне помогут, опять же, ребята Марк и Матвей. Погнали! Итак, друзья, первое упражнение – это классические отжимания на брусьях. Поехали! Специфика упражнения состоит в том, что мы локти разводим в стороны. Не внутрь, когда мы внутрь, нам задействуется наш трицепс, а в стороны именно. Так задействуются в большей мере грудные мышцы, особенно низ груди. Вот, делаем хотя бы минимум 10 повторений, так как мы работаем без веса, то нужно сделать как можно больше. Лучше, конечно же, сделать в диапазоне 20-25 повторений. Если с весом, то около 10. Итак, второе упражнение – это классические отжимания. Отжимания именно на брусьях для того, чтобы больше прожаться. Поехали. Сейчас покажем вам как. Корпус прямо, локти опять отходим в стороны, в стороны. Ниже, 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 ниже. Прожимаемся, встаем. Небольшой упор делаем, чтобы ему было тяжелее. Встаем. Давай, 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 давай. Еще. Делаем небольшой упор, чтобы было тяжелее. Давай. Также в диапазоне 20-25 повторений. Еще корпус. Вот, корпус держи. Корпус держи. Локти в стороны. Смотри вперед. Вперед смотри. Ниже, ниже прожимайся. Ниже, 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 ниже. Во, хорош. Еще. Итак, друзья, поехали далее. Подтягивание узким обратным хватом. Чуть-чуть уже плеч до уровня груди. То есть классические подтягивания работают мышцы антагонисты, бицепс, трицепс, спина, грудь. Базовое упражнение выделяется большое количество гормонов, то есть то, что нам нужно. Если работаем без веса, то как можно больше подтягиваемся, чуть-чуть уже. Как можно больше. Для этого вам нужен партнер, что когда вы уже не можете, он вам помогает подтянуться больше, чтобы забиться, друзья, и почувствовать свои мышцы в полной мере. Давай еще пятерку. Раз. Два. Три. Давай, давай. Четыре. До уровня груди. Пять. Хорош, друзья. Третий дубль. У нас все получилось. Итак, идем далее. Подтягивание широким хватом. Максимально широким хватом. Вниз опускаемся медленно. Примерно на 5 штов. Вверх поднимаемся быстро. Вниз медленно. Вверх быстро. Итак, поехали. Пошире, пошире. Вот, рост позволяет. Вниз медленно. Тоже делаем небольшой упор, чтобы было потяжелее. Медленно. Быстро. О, еще, еще, давай, давай, давай. Корпус держи. Так, друзья, в бой вступает тяжелая артиллерия. Будем отжиматься с колесом. Поехали. Хват узкий. Сейчас положимся. Чуть прогнись. Вот, давай, поднимайся. Вот, фиксируем колесо, помогаем. Поехали. Хорош, давай, давай, давай. Локти в стороны. Чувствуешь грудные? Это уже на середину грудных направлено. Давай, давай, еще пару раз. Чуть-чуть помогаем ему. Еще давай два. Еще разок. Итак, крайнее упражнение – это отжимание с отрицательным углом, разными хватами, начиная с широкого. Поехали, широкий. Поехали, давай. Пять раз широким хватом. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь узким, треугольник. Руки в треугольник, треугольник. Вот, пять раз, поехали. Раз, ниже, два, три, ниже, четыре, пять. Теперь средний хват. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Хорош.
На каждое упражнение выполняем по 5 подходов. Отдых между подходами 1-1,5 минуты. Если вы делаете с весом, то 2-2,5 минуты. Тренировка была средней сложности. Вы давно мне говорили: Андрей, все твои тренировки тяжелые. Друзья, действительно, может, где-то я и не замечаю. Для этого я сегодня и пригласил ребят, чтобы они показали вместе со мной, провели, точнее, я для них провел тренировку. Они отлично справились. Теперь мы сделаем небольшую ОФП-шку. Итак, наша ОФП-шка также будет направлена на грудные мышцы. Все будет по круговой, то есть подряд 3 круга. Первое упражнение — это 10 бёрпи. Друзья, касаемся грудью, выпрыгиваем, тело прямое и стучим в ладоши. Затем 10 отжиманий широким хватом и 10 отжиманий разными хватами. То есть начиная от узкого, чуть пошире, широкий, обратно узкий, чуть пошире, широкий. Готовы? Погнали! Ну что, друзья, вот такую тренировку я вам сегодня показал в исполнении Марка и Матвея. Хочу сказать им огромное спасибо, что приняли участие. Кстати, переходите и обязательно подписывайтесь на их канал. Канал называется Forward to Rise, ссылка будет в описании. Парни показывают мотивационные ролики, показывают о том, как они начинают заниматься спортом, то есть их путь к спорту, как они учатся различным элементам, силовым элементам, как они делают свою физическую форму, опять же, с помощью собственного веса на турниках. Друзья, ну а с вами был Филиппов Андрей, канал Forward to Rise, движение Gorillas. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до скорого, увидимся.